По распоряжению губернатора Павла Конькова новогодний прием общественности в этом году отменяется. Такое решение глава региона озвучил на совещании с руководителями органов исполнительной власти. Мораторий на новогодние развлечения введен ввиду сложной экономической ситуации. А вот традиционный благотворительный губернаторский бал все же состоится. Вход строго по билетам, которые приобрести можно будет за деньги. Вырученные средства направят на поддержку детских домов, многодетным семьям и одаренным детям. Профинансировано мероприятие будет из внебюджетных источников. Возможно, на решение губернатора повлияли многочисленные возмущения общественности в соцсетях. На прошлой неделе была растиражирована информация с сайта госзакупок, согласно которой 562 тысячи рублей из областной казны должны были быть направлены на проведение двух губернаторских приемов в Шереметьево-парк-отеле. Пресс-служба правительства поясняет, что эти деньги будут возвращены в бюджет.